В каждой школе есть свои традиции. Так ученики лицея при ТВГУ начало нового учебного года празднуют не привычной линейкой перед зданием, а праздничным концертом в Доме народного творчества. Подробнее в нашем следующем сюжете. Так как в этом году 1 сентября выпало на воскресенье, то праздничные мероприятия прошли во второй день осени. Это нисколько не изменило настроение ребят перед новым учебным годом. Нарядные школьники с букетами, волнением и радостью возвращаются к процессу обучения. Со сцены Дома творчества прозвучали поздравительные слова в адрес учеников. От души поздравляю вас с Днем знаний. Стремитесь. Учитесь, достигайте, набирайтесь опыта, чтобы ваши знания могли пригодиться не только вам самим, а чтобы они были на благо развития нашей Верхневолжской земли. Для родителей и учителей, а также одноклассников ребята подготовили праздничный концерт, где показали свои таланты в гимнастике, музыке, а также продемонстрировали юмористические зарисовки. Если для первоклассников это первый незабываемый праздник, то для тех, кто постарше, это уже привычный день. А для учеников 11 классов еще и последний год за школьной партой и время выбора будущей профессии. Потому что вроде как и 11 класс, не хочется с ни с кем прощаться, но вроде как хочется уже поскорее закончить, чтобы пройти этот этап и поступить в университет. Лицей гордится своими выпускниками, которые успешно сдают экзамены и поступают в ведущие вузы Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, а также за рубеж. Нельзя не сказать о выпуске 2019. Звездный, хороший выпуск, 63 человека, из них 7 медалей, поступили. Все, причем уникально поступили и в МГУ имени Ломоносова, и в СПГУ, и за границу. После поздравлений концерта по традиции первый школьный звонок дали ученицы первого класса и учащиеся 11-го.